Итак, приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет, добрый вечер. Ну и пока еду домой, готов пообщаться с вами, готов ответить на некоторые комментарии. Я вообще не люблю отвечать на плохие комментарии. Я люблю отвечать на хорошие комментарии, где у вас возникают те или иные вопросы. Ну, давайте уж про плохие комментарии, да. И кто-то там утверждает, что какой-то вроде Сергей, что Максим плохо реагирует на алкоголь, потому что, наверное, у него была зависимость от алкоголя. Ну, если посмотрите мой сторис, да, в Инстаграме, еще где-нибудь, или, например, если, например, вы общаетесь с коллегами, если вы общаетесь еще с кем-то, с моими, то никто из них не может сказать, что хоть раз видел меня, чтобы я там выпивал, чтобы я что-то там пил, там подобное. Я всегда нахожусь за рулем, всегда предпочитаю передвигаться на машине, и даже, например, кто смотрит меня очень-очень долго, прекрасно понимает, что я всегда даже на отдыхе, я всегда трезвый, я всегда в здравом уме и тому подобное. По поводу алкоголя, да, вообще, как бы, пил я алкоголь, не пил? Да, конечно, я пил алкоголь, как и все нормальные люди. Единственное, что я из алкоголя пил только пиво, иногда мог выпить вино, да, мог вот, ну, пиво, как, ну, например, например, кому-то нужно выпить там 5 литров пива. Я мог выпить там полторашку вечером, к примеру, там, сыграть в танки в те же самые. Ну, ничего там зазорного не вижу. Но, как последствия, это живот вырастает, да, ты каждое утро там, блин, ты просыпаешься и говоришь, все, блин, больше не хочу, больше не буду. А вечером идешь, машинально покупаешь эту полторашку. Ну, я думаю, если кто-то выпил там полторашку, его, наверное, трудно считать алкоголиком, да, тем более я всегда, если пил пиво, то пил либо хорошее пиво, хорошее именно, и, конечно же, это пиво должно было быть, мягко говоря, ну, как бы с минимальным содержанием алкоголя, потому что, например, когда я позволял себе пить пиво, мне нравился не процесс, что там взять и там охмелеть и там просто там как бы все там поплыть. Нет, мне такое состояние точно не нравилось никогда в жизни, потому что такое состояние у меня было два раза за всю мою жизнь. Первый раз это было с моим другом Алексеем Дудо, Алексей Копылов, это он женился, и мы пошли к нашему другу Эдуарду, и, в общем, там сидели, пили пиво, только пива там получилось очень-очень много, мы сидели пиво, пили, мне было 23 года, наверное, или 22 года, и, в общем, я помню, я был свидетелем Лехи, и я просто думал, сдохну, короче, просто пил одно пиво, как бы. Эдуард у нас пил вискарь, там Леха тоже пил вискарь и пиво, а мне, короче, получилось самое хреново было. Мне вот, в общем, такое состояние не нравилось, и никогда в жизни, как бы, я не стал себе цель, например, чтобы там выпить, чтобы там и тому подобное. Нет, как бы, просто, знаете, бывает, что нравится вкус пива, вот, я не знаю, вот. Вот в свое время я еще сидел вот жестко, да, 7 лет я сидел на энергетиках, точнее на одном энергетике, который назывался Adrenaline Rush. В один прекрасный момент в мае месяце, когда я первый раз сел на такую диету, точнее на правильное питание, и у меня девочка с откуда там, в общем, с Соединенных Штатов Америки, которая вела меня дистанционно, она смогла отучить меня от этой плохой привычки. Кто со мной катался 2 года назад, они все прекрасно видели, у меня всегда в подстаканнике стоял Adrenaline Rush. Я тоже, мне нравился Adrenaline Rush не потому, что там я себя чувствовал хорошо или все, просто мне нравился безумный вкус, мне очень нравилось. Я не пил вот эти всякие там, всякие вот другие энергетики, даже не знаю, какие там названия-то бывают. Бус или какие там, ну, не знаю, такие синие банки еще были и красные банки, не помню. А Adrenaline Rush мне вот классический, он просто мне безумно нравился, он мне безумно заходил, и я его пил по 2 банки. Конечно, по 2 банки я употреблял, честно скажу, 7 лет подряд. Началось это с того, что обычно все там пацаны пили пиво, а мне было скучно, я покупал себе Adrenaline Rush, и вот с ними за компанию пил, плюс, опять же, у меня были часто поездки Орск-Оренбург, соответственно, там я тоже постоянно типа выпивал, там едешь там и выпиваешь там 2 банки, вроде бы как, что-то, как будто не уснешь, на самом деле привыкаешь ко всему быстро, и после адреналина можно спокойно, ну, да, спокойно можно спать. Во всяком случае, я мог вечером выпить адреналина и спокойно уснуть.
Это все зависит от того, как ты устал. Такая плохая привычка у меня была. Слава богу, с мая месяца ни одну банку я ни разу не выпил. Реально, ребят, с мая месяца, вот с какого-то, с 20 мая ни одной банки я не выпил. Это вот все скажут, все подтвердят и так далее. Раньше я приезжал на заправку, мне давали сразу банку Дальнина, знали без слов, и вот все. Сейчас я покупаю водички, каждый раз употребляю только воду. Потом раньше я пил воду только с газом, сейчас я пью воду только без газа. Только без газа, только не холодную и так далее. Ну, пытаюсь как бы сбросить лишний вес, поэтому приходится нормализовать свое питание. Что касается пива, я мог, например, на отдыхе там выпить там пиво, все, опять же, не было такого до фанатизма и так далее. Кто-то спрашивает, а пьешь ли ты или пил там виски, там водку и так далее. Я не знаю, у меня такое ощущение, как будто меня еще в детстве заговорили. Я вот от запаха водки меня просто выворачивает, ребят, просто, я не знаю, мне прям как рвотный рефлекс. Такое ощущение, как будто мне там заговорили. То же самое от виски, без разницы, с виски с колы будет, либо виски без колы будет, либо еще что-то. У меня прям выворачивает, я прям не могу, я не перевариваю этот запах и так далее. Один раз вот из таких вот напитков я один раз в жизни пил текилу в... Фу, блин, сколько там, лет 7, наверное, назад в Египте, как раз мы когда прилетели, пошел дождь, и, в общем, я сел, и помню этот текилу, который Омния, что ли, называется, не знаю, или Омега, ну, как-то на он называется, я не знаю, я не разбираюсь в этом вашем алкоголе, и, в общем, сидел, там так прикольно было, да, там что-то там лайм был, там соль была, там, в общем, пил, думал, о, прикольно, заходило. В общем, выпил я там почти бутылку, не помню, как я дошел до номера, и после этого я и текилу больше никак в жизни не пил. Все, как бабка отшептала, потому что я такое состояние было. Я не люблю такое состояние, я люблю всегда контролировать все. Я люблю контролировать себя, люблю, ну, как бы такое, знаете, такое. Ну, в общем, всегда должен быть контроль. Ну, в общем, как бы так. Вот на этом вся моя карьера алкоголика, на этом вся и завершилась. По поводу пива, блин, если честно, как бы и сейчас хочется там взять бутылочку пива, выпить, но я понимаю, что одну бутылку пива вообще нет смысла пить, а три бутылки пива, это я понимаю, сколько там сахара находится, сколько там находится калорий, сколько всего, я понимаю, что это просто жесть, это употребляя пиво, ты никогда в жизни не похудеешь и никогда в жизни ты не сбросишь вес и так далее. Я просто делал эксперимент, буквально там, когда мы с Лехой съездили отдохнуть, после этого, знаете, когда там на отдыхе там раз пиво выпил, там раз еще выпил с Лехой за компанию. И после этого, конечно, такое был соблазн дома. Я думаю, ладно, думаю, я выпью, думаю, 1,5 литра пива. Но на следующий день я пробегусь жестко, да, жесткая пробежка, и тем самым я смогу, ну, компенсировать. Нифига не получается, если пьешь пиво, без разницы, какие там тренировки, жесткие, не жесткие, все равно ты толстеешь, притом ты набираешь не мышечную, конечно, массу, а просто тупо набираешь себе жир, живот и тому подобное. Именно поэтому я опять, как бы, от этой плохой привычки отказался. Но, опять же, да, я не скажу, что там был алкоголик и так далее, мне просто нравилось, и сейчас мне нравится вкус пива, так же, как мне и сейчас нравится адреналин раш, вот именно вот вкус адреналин раш мне прям прет, я прям распирает, и как бы, ну, не знаю, ничего там плохого не вижу, хотя, думаю, адреналин раш надо делать какой-то горький, чтобы противно было кому-то на него подсаживаться и так далее. То же самое, наверное, думаю, пиво надо делать такое невкусное, чтобы там никто там не подсаживался на этот прекрасный напиток. Теперь, что касается, почему я к алкоголикам не очень хорошо отношусь, да, вот почему, ну, не знаю, мне вот не нравится этот алкогольный юмор, мне не нравится
этот псевдогерой, который после алкоголя становится. Мне не нравится вот этот, то, что начинает там к тебе там приставать, такие смелые становятся, там могут тебе там нагрубить и так далее. Не нравится, потому что я как бы в ответ на грубиянство всегда, ну, как бы отвечаю жестко. Кстати, просто вам для статистики, первый раз в жизни я пиво попробовал в 21 год. Не в 18, не в 19, 21 год. Это как бы, ну, так. Значит, так, сейчас мы посмотрим, где мы там можем припарковаться. Опять у нас там встали, классно. Опять встали, офигенно. Задолбали эти все. Ладно, ребят. Не будем жаловаться. Просто взял и все, встал непонятно как. Просто кинул машину. Ладно, поставим сейчас в другом месте немножко. Сейчас я все-таки сниму. Ну и, в общем, как бы так. По поводу наркотиков, не знаю, у меня жизнь и так всегда была хорошая. Всегда же была на спорте. И по поводу наркоты, мне это никогда не нужно было. Потому что я жил в таком районе, где очень много я видел спортсменов, в том числе моего соседа хорошего такого, да, который в свою очередь тоже был у нас мастер спорта по плаванию, и потом он в один прекрасный момент тупо скатился по самой не хочу, по самой не волнуйся, именно из-за наркотиков. Поэтому на моей как бы у меня много друзей было, в том числе, которые увлекались наркотиками, поэтому как бы я видел, во что они превращаются, и точно никогда в жизни не хотел превратиться в что-то подобное. Поэтому как бы наркотики даже никогда в жизни там не пробовал, там ни покурить, ни пожевать, ни позглотать, ни еще что-нибудь и так далее. Ну, не знаю. Поэтому не могу сказать, вам советую или не советую. Как я могу советовать или не советовать, когда я через это не проходил? У нас есть хорошие блогеры, которые могут вам дать нужный совет, и которые там через себя это все прогнали. Я думаю, что лучше к ним прислушаться. Ну и все. По поводу того, почему меня, говорю, сильно задевают такие комментарии, ну, потому что они меня бесят, потому что я все-таки за здоровый образ жизни. Если вы заметили, даже стараюсь кальян не курить на камеру, не дай бог, все. Я даже говорю, если кальян курю, стараюсь курить в тех местах, где там не людно, ничего, чтобы не показывать плохой пример. Потому что у меня есть плохая привычка, да, я курю кальян, да, я как бы опять же курю там самый легкий кальян, который только возможен, да, щербет, там вообще как бы даже не воспринимается настоящими кальянщиками. Ну, бывает такая, как бы, какая-то привычка плохая есть. Сигареты никогда в жизни не курил, мне ни одну сигарету я в рот не брал, ни одну в жизни, ни разу, даже когда там был маленький, без разницы. Ну, не курил никогда в жизни, потому что я видел, как у меня отец постоянно кашлял от этих сигарет, и, в принципе, сейчас отец не курит. У меня брат тоже не курит, сестра тоже не курит, я думаю, что и дочка, надеюсь, тоже курить не будет, Надя тоже не курит, в общем, мы не курящие. Ну, а кальян, блин, такая пагубная привычка, не знаю. В Египте первый раз попробовал кальян покурить, когда мне было там уже лет, наверное, 27, наверное, если не больше. Ну и, в общем, потом как-то, ну, стал. Наверное, от скукоты или еще чего-нибудь. Такого, никакого понятного кайфа ни от кальяна не испытываю. Просто, наверное, это становится такой плохой привычкой, когда ты сидишь, монтируешь видеоролик, делать нечего тебе, и ты берешь и занимаешься херней какой-то. Ну, по большому счету, по-другому никак не могу сказать. Ну, в общем, это вот из таких вот привычек, просто говорю, задают вопросы, да, и так далее. Ну, не знаю, это, наверное, ваше право, как бы, кто там как думает и так далее. И, конечно, как бы, когда ты в чем-то зависим, ты стараешься оправдаться, да, там, стараешься, там, тоже, я там читаю комментарии, там, да вот, лучше вместо пива выпить, там, водку и так далее. Ну, знаете, если, например, вот хотя бы, например, вкус пива, ну, мне нравился и нравится вкус пива, скажу честно, например, я бы сейчас с большим удовольствием, например, выпил бы там, ну, как бы кружку пива, например, хорошего. Ну, не пью, потому что я вес сбрасываю, да и потому что понимаю, что утром все равно, как бы, хоть ты там выпил пиво, хоть что, все равно, как бы, некомфортно, и во рту всегда как будто там кошки насрали и тому подобное. Ну, если кто-то думает, что мне кошки срали, нет, не просто такое выражение есть, да, как будто кошки срали, так некомфортно, такой сушняк и так далее. Мне вот такое состояние точно не нравится. Мне нравится процесс,
ну, не нравится. То же самое мне нравится, что я сейчас собрал единомышленников, которые, например, завтра мы пойдем в баню Империя в 7 часов вечера, и, например, там тоже сейчас ребята там приносят с собой чай, ну, чаёку, да, там чай хороший, очень вкусный, и мне нравится, что там никто не, там, не употребляет алкоголь, никто там не набухивается. У меня вот есть друг Дима, он говорит: блин, Макс, я говорю, я не знал, что можно, можно в баню ходить без пива. Ну, как бы это для меня это непонятно. А на самом деле вообще прикольно, говорит, вообще ощущения другие, вообще это все, все по-другому, ребят, все, все по-другому. Ну, вот как бы так. Поэтому. По поводу отдыха, да, вот если сейчас я все-таки соберусь лететь куда-нибудь в январе месяце, не знаю, может быть, как бы, вот я, например, два отдыха, ну, например, что в Арабских Эмиратах, что в Турции, я вообще алкоголь не употреблял, там, не знаю, там, ну, просто не употреблял, и, знаете, отдых прошел нормальным, я бы не сказал, что там, там и плохо отдохнул или еще что-нибудь. Да, с Лехой немножко вот расслабились, так, поехали в Турцию еще раз, там, да, мы с ним там пиво там могли попить, ну, то без фанатизма, так просто, как бы, Леха тоже там не набухивается, Леха, он тоже, он не пьет ни водку, ни вискарь, ничего, максимум, что может пиво выпить. Ну, в общем, как бы так. Но с тем режимом и с те цели, которые я себе поставил, там места пиву нет. Пиво – это лишнее. Поэтому, в общем, пришлось отказаться не только от адреналин-раш, не только от пива. Кто-то спросит, а чего ты еще отказался? Я, кстати, еще не пью газированные напитки. Я не пью колу, я не пью фанту, я не пью натуральные соки, где большое содержание сахара. Вообще натуральные соки не пью. Я не пью алкоголь сейчас. Даже хоть можно вино красное пить, но я не понимаю смысл пить красное вино, когда мне не нравится по вкусу. Меня бесит этот, мне вот вкус вина не нравится. И тогда я не понимаю смысл в себя вгонять этот прекрасный напиток. Тогда проще воды выпить. Ну, для меня такое понимание. Не пью чай с сахаром, вообще не пью кофе. Я кофе пью очень редко, может быть, раз в 2-3 месяца могу выпить кофе, потому что мне сам по себе кофе, он не нравится. Ну, мне реально не нравится кофе. Мне не нравится его вкус. Мне нравится, да, иногда такой капучино, все. Но я понимаю, что мне капучино вредно. Например, кофе без сахара я выпить не смогу. А вот без сахара, оно какая-то фигня какая-то получается, не кофе, понимаете? Чай, да, пью, как бы чай. Люблю черный, там, зеленый. Да вообще без разницы какой. Какой чай налил, такой я и выпил. Я не представительный, тоже в чаях не разбираюсь. По поводу того, крепкий чай? Нет, конечно, блин, не крепкий. Я не понимаю, как некоторые люди пьют заварку. Ну, для меня это в голове пока не укладывается. Ну, как бы, я пока не могу сказать. Ну, вот нравится, например, чай, то там люблю, там, чтобы там, как Леха обычно готовит, там, чебрец добавляет, что-то еще добавляет. Ну, такого прикольного всего добавляет, и мне действительно нравится. Ладно, сейчас только у нас сосед отъехал, уже не буду переставлять машину, пускай уже здесь остается. Ну, вот, ребят, как бы так. Вот, то, из плохих привычек, да, пока есть кальян, что-то я пока не ставил цель от него отказаться. Думаю, как только мне что-нибудь напугает очень сильно, да, там скажут, что там, ты можешь там рак спровоцировать или еще что-нибудь, конечно, я от кальяна откажусь, у меня очень хорошая сила воли, я могу отказываться от чего угодно, ну, реально от чего угодно могу отказаться. Ну, вот как бы так, ребята. Поэтому, надеюсь, я ответил на некоторые вопросы, которые, я, конечно, понимаю, что это больше провокационные вопросы, потому что вам, в принципе, и дела нет, кто что там любит, что не любит. Ну, мне, например, без разницы, кто из вас пьет, кто из вас курит, кто из вас там, не знаю, там, наркоманит, тихо. Мне вообще без разницы, если честно, ну, по барабану, вот, как бы, это ваше право, это ваше дело. Другое дело, что у меня сейчас есть группа в WhatsApp, да, это те люди, которые до 24 декабря со мной идут вместе к цели, это сбросить вес, каждый для себя поставил. Другое дело там, да, я их контролирую, чтобы они там не бухали, чтобы они там как бы принимали правильно воду в себя, да, чтобы они там держали режим и тому подобное. Да, да, эта группа есть. Кстати, самое приятное, что прошло 10 дней, вот сегодня, да, прошло 10 дней, даже 11 дней прошло, я вижу у них результаты, это меня прям мотивирует все. И если бы, например, этой группы не было, то, может быть, я уже давно забил бы, потому что держать режим очень-очень тяжело. Ну вот, ребят, по 8 пора
ужин, последний прием пищи. Вам всем хорошего настроения, поменьше вам и вашим родным близким плохих привычек, да, любых плохих привычек. И всем вам добра и пока.